Французский президент снова разговаривает по душам с царем. Собираются сражаться против нас в Сербии. Просто смешно. Убедите своего короля поговорить с царем. Все-таки они кузены. Обратитесь к кайзеру, он тоже кузен Николая. Надеюсь, французы не уговорят вас совершить глупость. Германия за нас. Может выйти неловко. Потому что королевская семья немцы? Именно. Полагаю, они рассчитывают сыграть роль по-своему. Прекрасно, прекрасно. В конце концов, меньше всего на свете мы хотим войны. Войны? Войны? Даже не думайте, это не обсуждается. Она нарушит равновесие сил. Мы немцы, трудолюбивая и высокоморальная нация. Мы заслужили право на веское слово в мировой политике. Французская республика — это верх благоразумия. Центр мировой цивилизации и культуры. Британская империя — это великолепный пример. Господа! Господа! Прошу всех сфотографироваться. Не могли бы главы Италии и Турции встать чуть ближе? Так, а теперь улыбочку.
Бабушка, что папа делал на войне?